Вообще, пока по итогам матча Нургалиев и Асетов лидируют. У каждого по два. Еще один дальний заходит на Сера. 2-1. Борис выходит вперед. Выигранное бросование из Хленичка бросает. Но вот в центре вроде бы Савицкий пытался подставить клюшку. Точка за Апархевым. И, возможно, не рассмотрел момент броска Третьяк. Да, он так налево-направо пытается найти из-под Грэма. А шайба-то уже за.